квалификацию, и в этой квалификации набрали 72,7 балла. И этот результат стал для них в настоящий момент пока личным рекордом. Ну, вот я помню по Берну, там личные рекорды из первых двух разминок били очень-очень многие, как в квалификации, так и во время основных соревнований. Посмотрим, как это будет с испанцами. Сара Хуртадо, Адриа Диас. Очень понравились испанцы публике, но действительно я тоже следил за этим прокатом